Данис Садыков начал свою карьеру в 1986 году. После армии стал сотрудником отдела вневедомственной охраны при Комсомольском УВД. В 90-м закончил Елабужскую школу милиции. В том же году приступил к работе в качестве оперативного сотрудника уголовного розыска Комсомольского УВД. Коллеги Даниса Садыкова единогласно говорят, что погибший был требовательным и всегда стремился выполнить работу на отлично. Он прослужил в полиции 35 лет. Сегодня мы продолжаем путь нашего дорогого друга, боевого брата, товарища, самого настоящего патриота своего города, одного из значимых и ярких представителей Набережно-Челнинского гарнизонного управления внутренних дел и Министерства внутренних дел нашей республики, полковника Садыкова Дениса Леонидовича. Ужасная трагедия оборвала его жизнь. Сын погибшего отметил, что отец всегда был примером не только для него, но и для других. Я вот хочу пожелать нынешним полицейским, молодым, возможно, постарше уже. Постарше они как бы знают это все. Чтобы они все вот эту вот его мудрость переняли, чему он вас обучал. Память Дениса Садыкова почтили минуты молчания. Заместителя начальника УВД похоронят на Челнинском кладбище. Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, новости Челны ТВ.